приехали специально с Нижнего Новгорода на один день. Просто показать и детям, мы приехали всей семьей. Это просто потрясающе. Мы сами работники «Газпрома», причем мы работники, которые оказываем услугу питания. Мы были просто удивлены, я даже в отзыве написала, что даже скромный труд повара, он отмечен видеороликом. Из города Ростова-на-Дону. Мы, конечно, в восторге от всего этого. Очень интересно, современно. Графика просто завораживает. Город будущего вообще бесподобен. Мы приехали из Челябинска. Нам очень понравились павильоны, особенно павильон будущего. Там такие красивые LED-экраны. И в целом очень интересно узнать, как именно добывают газ. Я вот, например, не знала, что его добывают через каменные породы. Это очень прикольно, интересно. Мне кажется, особенно для молодых людей. Ну и взгляд на будущее тоже восхищает. «Газпром» молодец. Очень красиво. Очень впечатлены, если честно, павильоном «Газпром». Нам очень понравилось. Здесь это люди, непосредственно порода, которая, где залегает газ. Как он добывается? Интересно было узнать, что, оказывается, газ не в жидком виде, а в воздушном, а добывается из породы именно, что вот эту породу потрогать своими руками, пощупать. Интересный павильон. Очень много нового, интересного и современного. То есть это очень необычно, смотрится здорово. Очень понравилось. Мы приехали из Алтайского края и хотим поздравить всех россиян с этим замечательным праздником, с Новым годом. Это бобслей. А можно мы тоже прокатимся? Разгоняйтесь, запрыгивайте, рулите, 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 тормозите. У них интересно рассказывается про разные темы, про спорт, про технологии. Мультики на новогодние каникулы – это круто. А еще в народе говорили: «Нижний Москве сосед ближний, дома каменные, люди железные». Мне было интересно узнать, что Нижний Новгород являлся центром типических ярмарок. Меня впечатлил Нижний Новгород, я бы хотела туда поехать. Здравствуйте. Рада вас видеть. А вы здесь живете? Да. Вот в этом доме? Нет, не в этом, а в том. В следующем доме. Очень приятно. А я здесь жил, вот в этом подъезде. Да, я в курсе. Мы вас очень любим. Спасибо большое. И ваше творчество. Какой хороший день сегодня. Очень отозвался этот фильм. В общем-то, наверное, одно из самых интересных таких впечатлений. Перед нами претенденты на победу. Экстравагантная Адис-Абеба. Группа роботов! Роботы пошли бешеные! Хочется пересмотреть все его фильмы. Местами даже пробивала на слезы, потому что, ну, вот какую-то жизненную часть про него вообще, в принципе, никогда не знала. Это было так интересно, уникально. И вообще то, чем он сейчас занимается.